Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган 177. Сегодня у нас с вами на обзоре КамАЗ Турбо. Автор доработки у нас является Lexus 1001 37 Rus, он же Фуркат. Ну, Фуркат молодец. Молодец в том плане, что занимается доработкой такого плана, что, ну, как бы делает моды симпатичнее, красивее. Ну, я считаю, достойный мод по той простой причине, что такой расцветки я еще нигде не встречал. Расцветка, по-моему, как бы золотая, плюс здесь еще такие полосы присутствуют, дверь желтая у нас здесь. Не, классно сделано, симпатично. Колеса, посмотрите, какие колеса. Колеса просто обалденные. Рама просто тоже шикарнейшая. Я не знаю, рук дело это Фурката или нет. Карданы у нас здесь анимированы. Смотрится вообще просто шикарно. Звук, скорее всего, здесь у нас дефолтный. Фары, пожалуйста, светят. Клаксон у нас, к сожалению, такой пищалка. Присутствует вид из кабины. Вид достойный. Достойный внимания. Текстуры отчасти здесь такие размазанные, но тем не менее смотрится все неплохо. Руль, смотрите, какой. Такой как спортивный. Какой-то не камазовский, по-моему. Не знаю, может, мне кажется. Ну да, текстурки маленько здесь размазаны. Ну, в принципе, на наружную внешность, так скажем, это не влияет никоим образом. Снаружи у нас здесь все прекрасно, все замечательно. Смотрится на все 5 с плюсом. Давайте посмотрим, что у нас по аддонам. Вот это что-то у нас здесь не ставится. Все они какие-то названия аддонов кракозябренные. Так что вот что-то 21 АФБ-326 нужно установить. G на конце. Но, к сожалению, это у нас не ставится. У нас ставится... Так, вот это первый, значит, у нас не ставится. Второй у нас тоже не ставится. Третий у нас является... Нифига себе. Это у нас вроде как платформа лесовоза с краном-манипулятором, да? Всеми известная. Но при этом емкость цистерны 600 литров, 200 ремонтных очков и позволяет возить груз длинные бревна 6 очков. Так, прикольно. Это что у нас? А, это то, что у нас не ставится. Это вот у нас длинный распуск. Офигеть. Ну, вообще чума просто. Классно. Так, и все, больше ни черта здесь у нас, ребят, не ставится, к сожалению. Даже если я это скину, все равно это ничего не появляется. Не знаю, я, наверное, вот поеду вот так вот, короче. Ну а что делать? Ну, мне ничего не ставится. Даже тот самый же банальный кран-манипулятор, он смотрится здесь несколько убого за счет того, что база, то есть рама достаточно длинная, и кран вообще еле дотягивается до кабины, непонятно, где-то в воздухе висит. Ну, давайте вот так прокатимся. Знаете, по большему счету, это автомобиль как бы больше... Наверное, поприкалываться, нежели исполнять какую-то функциональность в игре. Так, текущая резина у нас стоит стандартная. Давайте посмотрим, что у нас здесь с увеличенной. Да. По-моему, стандартная гораздо увеличеннее смотрится, нежели это. Это у нас кразовские колесики. Так, и еще арочные какие-то есть. Нет, название вроде арочное, а остаются те же самые кразовские. Ладно, ребят, тогда в таком виде. Что-то как-то... Как-то все как-то неправильно на этом моде, за исключением текстур. И вот этих первых колес. Все остальное как-то здесь все неправильно. Аддоны черти какие, не ставятся нифига. Турбо у нас, да? Буквально недавно сейчас вот я делал обзор на 157-й турбированный. Теперь у нас КамАЗ Турбо.
Ну, смотрится неплохо, конечно, вот эта расцветка. Смотрится неплохо даже потому, что она такая несколько нестандартного. Нестандартная. Я, честно говоря, до этого золотых кабин не встречал. Ну, я знаю, как бы вот модели от Фурката, я знаю, что он любит такое все пестренькое. Что называется, радует глаз. Разнообразит. Да, пофигу все эти ему вводы этому КамАЗу. Да, колеса, конечно, офигеть. Ну, вот сейчас я переключился на автомат. Ну, что-то как-то, я не знаю, может быть, он на жесткой поверхности будет как-то более веселее ехать. Ну, в грязи не ахти. Во-во. Так, пошло переключение. Пятая передача. Ну, если честно, я ожидал большего. Я думал, он будет пошустрее. Но ожидать не значит получить. Давайте попробуем искупаться, что ли, для разнообразия. Это вообще скукотища какая-то. О, что-то как-то он прям под водой-то не ахти едет. Ну, я, конечно, понимаю, что это не подводная лодка, хотя по длине рамы очень даже похоже. Да, все замокрилось, как положено. Кабина намокла. Ох, колбасит тут водилу, короче, вообще по черному. Вы гляньте, его бедняга. Ай, бедняга вообще. Ну, прет офигенно. Что тут не офигенно-то не переть на таких колесах-то? Да, зачетный КамАЗик получился. Ну, повторюсь, конечно, КамАЗ, он больше вот этот, он для того, чтобы как бы поприкалываться в игре, поелозить по каким-то грязюкам. Так что бревна, я не знаю, возить может только длинные бревна. Давайте, может, проверим, повезет он их вообще. А то что-то здесь вообще с аддонами беда какая-то, ни черта не ставится. Ой, ну как, ну что-то задом он уж какой-то чересчур медленный. Он же турбо. Он должен просто лететь. А здесь он еле едет, по факту. Так. Что там, гараж? Где там это? Это лабуда. Вот она. Раз лабуда. Два. Блин. Блин. Началось. Расположите. Да ну тебя, да ты чё? Да где тебе мне располагать-то? Здесь что ли? Да, здесь. Давайте сложим. Поехали обратно. ТПшнцы я обратно не могу. Сюда-то я могу, а туда не могу. Печально, конечно, ну что делать? Не все ж коту масленица. Так, поехали. Поехали за лесом. Ой, а где я поехал? Ой, надо было дальше проехать. Блин. Ну ладно, раз уж еду, то еду.
Дубль 2, что называется, только в обратном направлении. Ну вот видите, да, вот этот прогал, вот этот между аддоном и кабиной, короче, смотрится не очень хорошо. Вот вроде бы автомат включил, да, вот до этого, а как-то он едет непонятно. И не разгоняется, и не тормозит. Так, давайте скинем, разложим. Стоп. Зашибись, он еще у нас и не раскладывается. Это вообще нормально, нет? Давайте поможем, попробуем помочь. Так. Чё? Да я не пойму, в чем проблема-то. А как мне? Прикольно. На четверку жму, короче, ребят. У меня этот елозит и все тут. Блин. Ой, мать честная, как все сложно-то, а? Не знаю, получится, нет? Не, не получится. Давайте еще раз попробуем. Ну, что-то сомневаюсь я. Куда ты поехал? Мне не надо. Не, не получается. Короче, не открывается у меня он. А, вот, открылся, смотрите, неужели? О, загрузился. Я думал, сейчас еще и не загружусь. Ну, предположительно, это ему как семечки. Вот эти бревна. Блин, не вписываемся нифига. Да, бревна возить он может. Без каких-либо напрягов. Вот сейчас на повышенной, по грязи. Как пофиг вообще ему. Едет хорошо. Но все-таки напряги есть с раскладкой распуска. Либо очень поверхность гладкая, что не может зацепиться этот распуск, чтобы разложиться. Но не асфальт же все-таки. Грунтовка. Разгружаемся. Поехали, прокатимся. Так, что там у меня прикреплено? Не надо, это не надо. Проверим, насколько стал он турбо. Ну, по асфальту, знаете, вот он бежит неплохо. Ой. Ой. Что со мной? Заправимся и погнали. Тридцать, 33, 36.
37. Попрыгаем немножко. Ну, здесь порядка 9 километров. Ну что, вот 37 километров в час, ребят, он 38, вот сейчас даже было 39. Ну, порядка 40 километров в час, короче, он бегает. Но не знаю, насколько это турбо. Если уж турбо, то летал бы там он километров 50. Хотя бы. Было бы прикольней. Это тогда было бы оправданное название турбо. Ну, а так, я, честно говоря, затрудняюсь давать ему турбо вот это. Собственно говоря, спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка под видео. Всем пока.